Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Искренние аплодисменты услышит в последний раз. Ушел из жизни известный актер. Он был легендой. Скончался народный артист Украины, актер Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев. Почти 50 лет Бабаев играл на сцене театра имени Леси Украинки. Наиболее известны его роли французского императора в «Наполеоне» и «Корсиканцах», Санчо Панса в спектакле «Дон Кихот», по Булгакову, Органа из «Мнимого больного Мольера». Последним для Бабаева стал спектакль «Последняя любовь» по рассказу Поляка Исаака Зингера. Никто подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену. Искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз. Причина смерти артиста не разглашается. Стоит отметить, что Бабаев исполнил свыше 40 ролей в кино. Светлая и вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.